В Дебальцево и его окрестностях ополченцы обнаружили большое число погибших украинских военных. По словам представителя Минобороны ДНР Эдуарда Басурина, они готовы немедленно передать их украинской стороне и родственникам. Тела солдат силовики оставили даже прямо у покинутого штаба своего командования, так называемом Дебальцевском плацдарме. Мы сейчас находимся в Дебальцево, северо-западная часть Дебальцево. В данный момент вы видите, это командный пункт Дебальцевского так называемого плацдарма. А вот это что за автомобиль? Вот этот автомобиль, это по всей вероятности командование как убегало. Они побросали полностью командно-штабные машины. Они в полном рабочем состоянии и в полном комплекте абсолютно. Готовы хоть сегодня приступить к непосредственной работе. Вот. Мы недавно, первая машина ушла с 200-ми украинскими. Вот. Они их даже не позабирали, командование, ребят побросали. Тихо. Отступая, украинские солдаты бросили не только погибших сослуживцев, технику и вооружение, среди которого нашлось и американского производства, но и секретные военные документы. Внутри блиндажа, где, собственно, и располагался сам командный пункт силовиков, ополченцы обнаружили карты, разведданные, приказы, кадограммы и другие документы, которые обычно не предназначены для чужих глаз. Это оставили, собственно, командиры, да, когда убегали? Да. Вот они убегали таким вот образом, что поставляли документацию. Ну, вот такие вот они герои. Бросили своих 200-х, бросили своих пленных, то есть своих военнослужащих, которые впоследствии стали пленными. Это вот карта. Я так понимаю, это карта, которую вот их разведчики составляли? Да, да, да. Это карта, которую составляли их разведчики. Наносили, где находятся наши укрепрайоны. Сейчас все находки переданы в штаб армии Новороссии.